С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Сегодня ролик о том, что нам осталось финансовых средств ровно на один день. На питание и на поездку к нашим любимым хвостикам. И ролик о том, как проходят мои дни, как я, в принципе, живу, как я уже второй месяц хожу пешком к своим собакам, вопреки всему, потому что я безумно их люблю, я понимаю, что они нас ждут, верят, ждут, и несмотря на все погодные условия, которые сейчас произошли, и то, что я сейчас без машины, я уже второй месяц, еще раз говорю, хожу пешком к своим собакам. Я всегда говорю, мы сильные, мы справимся, но как бы вы, моя большая дружная семья, должны понимать, что да, это сложно. Сложно, потому что сейчас из-за морозов у собак все равно усиленное питание. Каждый день это мы несем на себе 60 килограмм куриных наборов, когда варю кашу. Это 5 20-литровых ведер, плюс, конечно, ежедневно 50 литров воды. Моя большая дружная семья, я обращаюсь к вам. В прошлый раз вы многие откликнулись, спасибо вам большое. Ну и сегодня я опять, как всегда, обращаюсь к вам. Финансов у нас осталось ровно на один день. Купить еды и на такси. Очень много уходит средств, в первую очередь на такси, на поездки в клинике, пеленки Вене, памперсы, питание ребятам. Сейчас заказала уже новорожденным щенкам 2 пачки Royal Canin на стартера. Это с доставкой 10 тысяч. Сейчас питание более усиленное, поэтому 60 килограмм курицы мне обходится почти в 4000 рублей. Но и также я говорю всем, что я не бросаю бездомышей. По мере возможности вызываю такси и также езжу их и кормлю. В этом же ролике вы увидите Венечку и, в принципе, мою жизнь, как я живу. Утром я встаю, у меня начинается уборка. За всеми надо убрать, у меня 3 инвалида. Покормить, погулять со своими собаками. Потом я вызываю такси, заказываю сразу часовую, это 400 рублей, ну и уже ожидание, и все. То есть еду за закупками, за едой, за водой. И в данном ролике я опять обращаюсь к вам, моя большая дружная семья. Я обычный человек, я простой волонтер, который посвятил себя, ну, свою жизнь вот этим вот бездомным, несчастным животным, которые кроме нас с вами, по сути, больше никому не нужны. Мы большая такая семья, спасаем по мере возможности всех, кого можем спасти. Буквально 2 дня назад, в 1:00 ночи, мне позвонили и сказали, что в одном из районов лежит, замерзает собака. Привезли мне ее домой, но, к сожалению, собака была с пулевым ранением. И до 5 утра мы медленно умирали. Она сильно плакала там, как сказал Николай Николаевич. Большую роль сыграло, видимо, переохлаждение. К сожалению, эту собаку я волонтировала 3 года. Каким образом она оказалась в том районе, у кого поднялась рука. Я всегда прошу Господа Бога, чтобы бумеранг к этим людям возвратился. Больно, когда ты... Я просто молила Бога и просила, чтобы она крепилась до утра. Но, к сожалению, в 4:40 она ушла на радугу. Простите меня. Что хочу сказать. Вы все видели, что в прошлый раз, когда я просила на питание, у нас сразу здесь появился Ярик. Еще раз говорю всем, что за Ярика я отдала 50 тысяч с надеждой. Ну, во-первых, у него предстоит 3 операции. Вы все видели, слышали. Это за длительное лечение, чтобы каждый раз мне не обращаться и не кричать о помощи. И я уже знаю точно, что на лечение Ярику эти денежки есть. Ну, естественно, эти денежки собирались на питание, но по мере возможности я отложила и на питание, и на поездки. Да, вы помогаете, вы присылаете, но расходы, конечно, большие. Большие смеси, пеленки, все-все-все в совокупности это достаточно очень дорого, плюс поездки на такси. Моя большая дружная такая семья.
Я опять обращаюсь к вам. Простите меня, просто очень сложная неделя для меня. Как-то немножко морально я выдохнулась. Сложно снегопады, я 2 дня пытаюсь найти трактор, почистить у себя территорию, потому что очень сложно ходить, когда ты несешь на себе такую тяжесть, но я не боюсь физической работы. Я просто немножко устала морально, честно. Вы меня простите все, но я очень вас прошу. Помогите нам, не пройдите мимо. Помогите собакам в приюте, бездомышам питаться и жить. Тем более у нас зависла поездка с Веней на кастрацию в клинику. Зависла вторая операция уклёпы, потому что, ну, Ярик, конечно, приложили очень много усилий, чтобы спасти лапку Ярика. Финансово это тоже, вы видите, ну, за 3 недели, я надеюсь, мы уложимся в эту сумму. Нам хватит на все. Но теперь я обращаюсь к вам. Моя большая такая дружная семья. Сейчас я немножко соберусь. Вы меня прям простите, честно, очень. Очень я немножко сдала в последнее время морально. Как-то все тяжело. Очень много больных животных. И когда ты еще не в состоянии помочь умирающей собаке, это для меня больно. Больно и обидно, что нет круглосуточных клиник поблизости. И что ты не можешь помочь бедному животному. Моя большая такая дружная семья. Я обращаюсь к вам. Помогите. Помогите нам. Не дайте нам погибнуть с голоду. Нам, собакам, нашим хвостикам, нашим любимым хвостикам. Питание осталось ровно на 1 день. И плюс, конечно, бездомыши. Сейчас начинаются самые морозы. Я не могу бросить их. А их у меня около 100. Плюс приют. Я, как всегда, обращаюсь к вам. Каждый, вас 2000 человек, каждый по 100 рублей, и будет им сытая, теплая жизнь. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.